Моя бабушка Антонина Алексеевна говорила, что день снятия блокады для нее значительно более важный праздник, чем 9 мая. Это, может быть, для кого-то прозвучит странно, но не для блокадников. Они скупо рассказывали свои истории, и сегодня я вспоминаю такое объяснение, которое дал мне дед Иван Карпович Курпатов, фамилию которого я ношу. Когда я его спросил, в чем был настоящий ужас блокады. И он сказал тогда очень просто. Говорит, я готовил фельдшеров, чтобы они отправлялись на Невский пятачок и оказывали помощь раненым. И там они получали пайку хлеба, которая существенно превышала блокадную, ту, которую получал я. И каждый раз, отправляя их, я думал уйти с ними. Я знал, что я не вернусь, но это даст мне возможность хотя бы один раз съесть чуть больше хлеба, чем обычно. Холод, голод и ощущение вот этой безысходности – это значительно хуже, чем просто война. И когда это закончилось, конечно, для этих людей это был настоящий праздник. И мы должны помнить, что война – это не просто смерть. Это еще и вот такое самое настоящее, истинное страдание.